сюда, чтобы принять важное решение. А вы мне все время мешаете. Подождите, может быть, вы со мной поднитесь своими неприятностями. Я не собираюсь своими неприятностями с незнакомым мужчиной. Спасение женщины от самоубийства перевернуло жизнь молодого итальянца Бруно с ног на голову. В знак благодарности красавица с библейским именем Ева предложила довести его до дома. В результате автокатастрофа, больница, тюрьма. Женщина убедила Бруно сказать, что за рулем был он, и психиатрическая клиника. Однако все это не помешало мужчине влюбиться, даже несмотря на наличие у возлюбленной мужа. Ой, не знаю, на самом деле это сложно, потому что женщины, вы женщины, на самом деле, обладаете таким мощным магнетизмом для мужчин. Но все равно, как бы там мужчина не хорохорился, все равно женщина, по моему личному мнению, влияет всегда. Мне кажется, все равно. Но только нужно быть одному тогда. Быть с ней или быть убитым – такую судьбу выбрала Ева для своего состоятельного мужа Марио. Пойти на преступление убеждает любовника. То, что романтическая линия изогнется в криминальную, зрители не ожидали. Но даже это не вызвало жалости к героям. Знакомые лица видим. Вот. И такая постановка вроде кратковременно, а в то же время вот на позитиве. Очень понравилось, довольны. Вам не жалко героя? Да что вы, не жалко героя, но вот так вот получилось, видите, как в жизни это бывает. Что победит в итоге? Токсичная любовь или мужская дружба, завязавшаяся между Бруно и Марио после знакомства, которое устроила сама Ева? Зрители не понимали до самого финала. Ева, она потрясающая женщина. Видеть ее постоянно рядом. Быть с ней всегда вместе, чувствовать ее присутствие, куда бы я ни шел и что бы я ни делал, это невозможно. То, что с Евой жить невозможно хотя бы потому, что она заставляет носить однотонные носки вместо любимых цветных, понимал и сам Марио. И убийство все же случилось. Этот день стал днем свободы двух мужчин, которые наконец избавились от собственницы и эгоистки. Неожиданный финал, как мораль. А вся постановка, уверена исполнительница главной роли Елена Бирюкова, пособие к жизни. Но все-таки это все ироничная, шуточная все-таки пьеса. Хотя говорящая о многих каких-то вещах, которые действительно в семье очень важны, когда нельзя перегибать палку, когда не быть эгоистом и не зацикливаться, давать свободу друг другу, да, дышать. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».